Ау. Смотри, вот здесь вот так можно на камне. Сейчас, сейчас. Ты как туда залез? Ну, постепенно. Нет, туда я не полезу. А? Ну так постепенно смотри. Нет, туда неохота как-то. Опа. Сяна. Холодно так. Давай. Ох, как... Опасно. Поднимите здесь. А так за дерево? Пойдем, пойдем. Там скользко. Смотри, давай руку. Куда это? Упирайся, брат. Ага. Ариной надо, мне смотрите. А холодно. Вон туда пойдем к нему. Здесь вправо надо, да? Бери, бери. Бери, бери. Так. Надеюсь, вас там не стошнило. Сейчас я. Ой, блядь. Та-да-да. Та-да-да. Надо смотреть. Здесь, кажется, пирс какой-то. Вот. Ой, какой кайф, а! Так, посмотрим. Вот так. Игорь, ты понял, да, что мы вот так все это время вот так все общали? Ага. По круговой. По лучшей станции. Капец, красиво как. А что, здесь собирались? А? Собирались здесь? Когда? Они же не отдали, что ты участвуешь в нерве. Кому не отдали? А? Кому не отдали? Они по истории же не отдали же джугара китайцам эту землю. То где Китай, где? Джугары же нападали, китайцы нападали. Здесь вот ставка Аблайхана, здесь сходняк был. Всех казахов трех жузов, короче, всех ордов трех жузов. Здесь сходняк был, отсюда не поехали в Ускемен. Дали пизды китайцам и джугарам. Отсюда вот они погнали джугаров, которые набегали на аулы. Аулы захватили. Вот а это, есть такое выражение Ахтабан Шубрынды. Это Ахтабан Шубрынды, когда все роды трех жузов собрали здесь. Аблайхан здесь собрал здесь. И они отсюда погнали джугаров. Шатанули их. А китайцы уже джугаров добили сами, короче. Джугары как нация вообще. Была как бы это стеблена. А что же закладывает от тишины? Фу, классно. Ладно, пока-пока, сейчас еще один.